так вот побеги переплетены. Эти два сорта придется одновременно показывать. Это преображение в розовые ягоды. Вот это круглые надутые шарики. Антоний Великий. Антоний Великий ко мне приехал с Прибалтики, с Кондратьева, Александра Матвеевича, на форуме очень известного человека, вообще виноградных кругов. Ну, за Антоний, дядя Саша, спасибо. Просто. Форма очень красивая. Никаких болезней. Треска ягоды не было. Лоза зреет. Прелесть. Вот с преображением тут немножко посложнее. Вот. Видите, у меня тут гроздь Антония. Гроздь преображения вокруг. Значит, что с преображением? По всей видимости, преображение нагрузку держит очень плохо. Вот, и чуть-чуть я перегрузил. У меня пошло осыпание ягоды на некоторых гроздях. Но я все равно буду работать с этой формой, потому что видите, такие крупные, красивые ягоды. Не часто увидишь на участке. Вот Антоний. Вот, думаю, место побольше на шпалере оставлять. Посмотрю. Если он по вкусу лучше ладанного будет, может быть, даже второй куст ладанный посажу. Будет у меня два Антония.